Абаканцы с улицы Островского спрашивают, в квартирах холодные батареи. Управляющая компания ссылается на то, что в городе ограничена подача тепла. Правда ли это? Специалисты Абаканской ТЭЦ заверили, никаких ограничений по подаче тепла нет. Если управляющая компания отказывается решать проблему, то жильцам необходимо с письменным заявлением обратиться в жилищную инспекцию по адресу Щетинкина, 18. Жители Усть-Абакана спрашивают, в их поселке много заброшенных дач. Планируют ли власти как-то благоустроить эту местность? В администрации Усть-Абаканского района пояснили, каждый участок имеет своего собственника, и пока человек сам не откажется от него и земельный участок не перейдет к муниципалитету, власти не имеют права там что-либо делать. Молодые девушки Абакана интересуются, планируют ли власти построить новое здание ЗАГСа. Действующее маловато для проведения церемоний. Специалист Республиканского комитета ЗАГС ответил, разговоры об отдельном дворце бракосочетаний идут давно, но для строительства необходимы серьезные финансовые вложения, пока чиновники не могут сказать точно, когда в бюджете появятся деньги.